Ребята, всем привет. Маринке сегодня день рождения. Сейчас я Сарик быстро ее завез. Она пока Славку увела. У нас задача здесь быстро купить цветов. Сейчас быстренько найду здесь, где рядышком продают. Дальше включусь уже, когда Маришке будут дарить. Вообще тяжело найти тюльпаны Маринке. Сейчас с утра быстренько забежал в один павильон. Там не было. Сейчас в другой забегаю. Пытаюсь найти. О, девушка пришла. Сейчас что-нибудь найдем, думаю. 13 можно дарить? Хочу, нет. Вот. Они в пленочке будут, да? Вот, тюльпаны ее любимые. Вот, нашел такой магазинчик. Получается, на революции у нас. Девушка сейчас быстренько сделает мне тюльпанчики. Надеюсь, успею, она уже, наверное, вышла. У меня телефон, кстати, вот ее в кармане. Вообще прикол. Вот так вот. Ну, в принципе, недорого, по 55 рублей. Прикольно, для нее сюрприз. Она просто другие цветы никакие не воспринимает. Я думал, розу может взять. Это, наверное, ей не понравится. А тюльпан только любит. Как моя мама. Нашел похожую. Такая вот красота получается. Сейчас быстренько оформим. У меня Маринка без телефона. Я сейчас только думаю, что я не оплачиваю. У меня телефон ее, короче, в кармане. Она сейчас возле садика стоит, там, наверное, переживает. Где я? Ни машины, ни меня. Думаю, догадается, что за цветами уехал. Такая открыта. Все, ребят, нашел. Тюльпаны, самое главное, что она любит, не розы, потому что сейчас розы бы не зашли 100%, я это знаю, уже испробовано годами, ее цветы только тюльпаны. Тут зашел, получается, вот такой вот магазин, у нас большой такой торговый центр, рядышком с ним, по левую сторону тоже цветочный магазин, там весь разукрашенный. Цветы, говорю, свежие, начал трогать, там все отпадает, ребята, лепестки, то есть они такие накачанные, хрен поймешь чем, хреновые, а здесь прям свеженькие. Так, быстренько, на скорую руку, чтобы Маринка не ждала, оформили букет. Саша, я. Ругаться сейчас будет. Я так и предположила, что уехал. Давай, давай, люди ждут. Замерзла? Да, я несколько раз туда, наверх. А зачем мерзла? А? Настоящая любовь холодит? Ага. Что расскажешь? Очень приятно. Видали, да, ребят? Все эмоции. Так что тут хоть усирайся, не усирайся. Хоть когда, вот я сколько подарков делал, вот такая реакция всегда была. Чисто, да, приятно, прикольно. А если не подаришь, ребят, поплачет. Поплачу. Ну и вот угадайте реакцию, как вот дарить вот этому человечку что-то дарить. Ну вот, нет, так. Ты же знал, что я выйду, тебя нету. Да, я знал, так мне хотелось сделать тебе сюрприз какой-то небольшой, хотя ты это поняла, наверное. Так, конечно, а ты телефон зачем мне оставила его здесь? Так я не поняла, что ты поедешь. А, ты не поняла, что я поеду, да? Ну ладно. Я поняла, что мы поедем домой, и ты по пути мне... Ты знаешь, что я сейчас по революции пробежался по всем цветочным магазинам, бегом причем, потому что машина... Я знаю, что мы могли ехать через Лисину в оптовом магазине. Вот видите, ребята, вот и все, вот вся романтика, вот так вот. На этом многие романтика заканчивается у Маринки. Просто цветы подешевле, а неважно, сюрприз это не сюрприз. Заехали, купили где-то что-то подешевле, стоят, что-то стоят. Хе-хе-хе-хе! Поехали мы быстро сейчас с Сашей, съездим к другу к моему, это замначальника центра правой крови. Ну, с утра сейчас, наверное, да. Получается. Это... Детей развезли? Да. Надо флешку ему отвезти, там этот фотошоп. Ему, ну, с видим, программами. Вчера понадобилось, ну. Я думаю, это дочке, крови, наверное, понадобилось. А, ну да, она же сейчас тоже это открыла. Она, значит, занимается сейчас сумками, получается, да? Да. Она какое-то время жила в Турции. Ну, там, получается, подружилась с многими, ну, людьми, друзьями, там, как бы, это, с этим. И сейчас, ну, как бы, через нее можно покупать, ну, напрямую, получается, да, товары из Турции. У нас в группе, вот, это ВКонтакте, есть ссылочка на нее, то есть, с правой стороны в рекомендованных. Вот. Саша позвонил, попросил эту программку.
У нас, ребята, такая погода мрачная, так хочется быстренько, чтобы солнышко так это. Вчера было плюс 12 днем, сегодня а сегодня вообще. Ночью обещают до минус 6, то есть, ну, как везде, по всей стране. У нас там дома работники сейчас, наверное, ждать будут, потому что мы уже так-то опаздываем. У нас там все вчера разобрали, но видео вот я включал вначале. Ну, что пропускает, ну, давай проеду. А ты не хочешь отдельное видео просто записать ремонт-то? А, ну давайте отдельным видео запишем, как было и как стало. Да. Так будет прикольно. Ой, курильники. Зачем люди курят? Зачем я раньше курил? Так, столько, ну, все, денег, мы заехали, да, на территорию центра проливания крови. Вот, и сейчас, получается, Саша выйдет, мы ему отдадим флешечку. Так. Да, небольшое предприятие, Маринка так тихонечко покажет. Ой, разрешать можно. Ну, такое небольшое здание, двухэтажное. Служба крови Пермского края. Ну, длинное. Здесь забор крови, получается, и хранение происходит. Это городское отделение у нас, да, получается. Да. Центральное, да? Вам он еще во всех районах есть филиал? Да. Вот он идет. Ребята, вот у кого какое впечатление, что он делает? Вот у Маринки, что он писает? Нет, он стоял, две руки держал вперед, лопаты у него не было в руках. Ты уже с прошествием времени. С этим цирк. Нет, реально цирк вот у нас. Ну вот такое вот кафе «Пышка». Находится она, вот получается, в самом центре города. Вот эта улица Попова на горе. Сюда заезжать, получается, вон оттуда. Ну-ка, Наська, покажи, что мы купили. Получается, это Наське сейчас со Славкой картошки в шоколаде вкусные, там всякие орешки или что. Пирог маме заказала она рыбный, потом пирог с печенью, потом рулет и еще и торт. Короче, там вкусно, мне на день рождения на 1200 все это вышло дело. Сейчас ребята будут точить все это, да? Сладкоежки, блин. Смотрят там мультики, что ли? А, мультики смотрят, понятно. Че говоришь? Покушать. Забрал детей из садика и школы. Как вам картошка, ребята? Вкусно. Слава? Да. Угадал? Угу. Это надо было? Там такие торты здоровые, ребят. Такой торт огромный лежит вообще. Вкусные. Маринка любит. Я дал трубочку девушке. Марина объяснила, что хочет, и девушка подобрала именно то, что мы хотели. Так что сейчас поедем домой. Я взял себе чай с чербицом. Вот у них продается недорого, в принципе. Пока по дороге еду, попьем. Там девчонки он бесится. Молодые, интересные. Жизнь только начинается. Видите, толпой прямо в эту кафешку. Видите? Так что вот. Поколение Настина. Она тоже сейчас вот целый день набегалась. Есть хочу! Вкусно, чем лицом. Очень вкусно, ребят. Ладно, поехали мы домой. Там девушка у нас после токсикоза скучает, да еще и с день рождения. Фу-ху-ху.